Доброе утро, Шерлок. К нам посетитель. Что ему нужно? У него автомобиль Volkswagen Passat в движении, когда температура двигателя достигает примерно 70-80 градусов. Работа двигателя резко меняется, пропадает тяга. А когда температура становится выше 80 градусов, работа двигателя восстанавливается и проблем нет. Ну что же, это элементарно, Ватсон. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости. Только он может быть причиной такой неисправности. Это гениально, Шерлок. Как вы узнали? Вы сами об этом сказали. Подключаем осциллографический щуп к автоскопу. Черный крокодил кабеля необходимо подсоединить к массе кузова автомобиля. Измерительный щуп подсоединяем к сигнальному проводу датчика температуры охлаждающей жидкости. Напомню, Ватсон, чаще всего он установлен рядом с термостатом. В меню программы выбираем среди пользовательских настроек режим «Датчик температуры». Включаем запись. Заводим автомобиль и наблюдаем, как по мере прогрева двигателя уменьшается сопротивление датчика, а следовательно и напряжение на нем. Вот так, Ватсон, выглядит осциллограмма исправного датчика в течение нагрева двигателя до 100 градусов Цельсия. А вот так ведет себя неисправный датчик на автомобиле нашего клиента.